прапор Львова розвивається на передовій позиції. От оцей буцефальчик – це є такою своєрідною квартирою хлопців. Вони тут вони живуть, подорожують. І дуже соромляться того, що зараз у них тут нібито безлад, як справжні господарі. Але оскільки ми гості, які просто ремонтувати не дуже напрошувалися, як справжні львів'яни, вони завжди мають з собою ікону. А це у хлопців такий умивальник, який їздить разом з ними. Передаю привіт всім львів'янам. Ми тут воюємо, значить. Приїжджайте до нас. Все, в принципі. Чекаємо всіх. Львів'я нас теж чекайте. Приїдемо через... Татові, мамі привіт передай. Татові, мамі теж привіт. І дівчині свої теж. Вже 2 місяці. З переривом одним були. Вдома, а зараз приїхали сюди. Ще трошки, може, прийду з перемоги до вас. Все. Як тебе звати? Звати Василь, передаю привіт усім львів'янам, також батькам своїм. Чекайте, скоро вернуся. Приїдемо з перемогою. Хорошо, от що це було? Прорвався кто-то? Так, 2 дні назад. Вот где-то приблизительно от 8-9 часов вечера была замечена нами машина, которая приближалась к посту с выключенными фарами. Это вызвало у нас подозрение, мы ее остановили. Она на наше указание не действовала, начала разворачиваться и уезжать в противоположную сторону. Нами был открыт огонь в воздух, на что товарищ мой сказал предъявить документы. Они взяли документы, бросили моего товарища. Пока товарищ поднимал документы, один из них хотел наблизиться. Потом был снова открыт огонь в воздух, на что боевики остановились. Мой товарищ проверил документы. На документах было это, как его, посвящение боевиков ДНР. Третий боевик оставался внутри машины. Мной было. Я обошел машину с этой стороны, слева. Снова произвел воздух, выстрел в воздух, на что боевик не реагировал. Потом я обошел спереду машину. Фонарика была посвечена машина. Был замечен автомат. И боевик начал двигать автомат в мою сторону. Мной было открыто огонь на поражение. Боевик был ранен, после чего машина начала загораться. Боевика было вытащено с машины, надана медицинская помощь, профессиональная. Было направлено в госпиталь, ее жизнь ничего не угрожает. Впоследствии в машине было изъято, после того, как она догорела утром, 4 автомата, гранаты, охотничье оружие и старые вот эти гранаты, так называемые гущенки. Вот эти. Боевики были направлены в СБУ. Произошло. То есть они на прорыв не попытались идти. Это их плохо разведка сработала? Они нет, думали, это были граждане Российской Федерации, во-первых. Двое из них. Один луганчанин. Профессионалы, потому что перед нами еще есть один блокпост. Они объехали как-то блокпост. Наверное, местный луганчанин показал ходы и выходы. Вот. То, что дальше, я не могу ничего сказать, потому что с ними работает служба безопасности Украины.